Стою на асфальте с мячом баскетбольным, и мячик не скачет, и я недовольный. День добрый, друзья, мы сегодня находимся на объекте, который построен здесь вот на углу Курчатова. Раменская, да, то есть это бульвар в 15-м микрорайоне. Один из подписчиков обратил наше внимание на то, что здесь уже практически сдана в эксплуатацию баскетбольная площадка, и обратил внимание вот на эти замечательные столбы, которые вставлены здесь для, очевидным образом, волейбольной сетки, да. На мой взгляд, идеальное инновационное решение. То есть у нас имеется баскетбольная площадка с баскетбольными кольцами, и вот здесь вот такие вот замечательные столбы вкрячены. Какое количество людей будет разбивать свои лбы во время игры в баскетбол, посчитать вот как бы так умозрительно не представляется возможным. Будем ждать, когда площадка откроется, дети на нее зайдут, начнут играть в баскетбол и массово биться лбами об эти железные штуки. Кстати, здесь вот ходила женщина из технадзора, и я ее, собственно, спросил, что происходит, почему так построено. Говорит, ничего с этим поделать не могу, такой проект. Вот мне интересно, эти проекты перед тем, как начать их реализовывать, кто-нибудь вообще смотрит? Ну вот, к сожалению, действительно, да, нам не удалось попасть на площадку, потому что двери закрыты, поскольку объект еще не сдан, но мы как бы через решетку посмотрели с оператором Владимиром, сошлись на том, что это действительно там не за краем поля, это реально прям вот на баскетбольной площадке, прям вот в этих ограничительных линиях. Критикуешь, предлагай. Вот Владимир, наш оператор, сразу предложил, что их съемными-то не сделать. Ну, то есть некая там уключина, в которую вставляется эта железная штука, ее вынимаешь, кладешь вот эту резиновую как бы крышечку. И хорошо, да? Я не знаю, вот, ну, вот там забетонировано. Как будут люди играть в баскетбол, непонятно от слова совсем.